You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. Посещаю вот уж 5 лет, а не пропустила вот за последние 5 лет. Мне, конечно, в этом году Игромир довольно, как, ну, честно скажу, он в этом году не особо такой, в отличие от прошлого. Потому что нету Близзардов, нету E-Games'а. Но меня очень порадовал World of Tanks. Они, можно сказать, большую часть Игромира заняли. Меня очень порадовал Innova System. Они за последние 4 года, которые просто, можно сказать, за Игромиром были, наконец-то появились и сделали, наконец-то, свой полноценный стенд. Мне очень понравилось Shadow Company. Очень прикольная игрушка. Хорошие танки сделали. И Техномир очень хороший, в этом году отличились. Ну, много соперников понравилось. Смотрел World of Airplanes, хорошая очень презентация была. Смотрел EVE Online, выиграл футболку и ключик. Не знаю, ну, покушал, естественно, фотографировался, ну, очень, на самом деле, хорошая выставка, много игр хороших, выиграл World of War. Первый раз на Игромир, потому что все долго, все замечательно, вот поучаствовали в разных конкурсах, получили приятные еще подарки. Да, надеюсь, в следующем году Игромир будет еще больше, еще богаче. Приедет EA Game. Нам понравилось оформление, как бы организация всего проекта. Вот новый стенд от Игры Майл, Dragon S, BTS, много разных подарков, веселых конкурсов. Ну, я не знаю, что еще сказать. Атмосфера, единственное, много народу, толкучка. Понравилась очень организация, все очень грамотно. Правда, небольшая толкучка есть, но это как бы, это естественно.